Эй, братюня, с вами все в порядке? Эй. Эй, друзья, всем море приветов, Нептун здесь. Рубрика сегодня «Инди-ужастики». Продолжаем приходить Frosty Nights. Это уже четвертая серия, и она определенно будет заключительной. Вы только посмотрите на этого замечательного снеговика. На этот снегопад, на прекрасный зимний лес, на мои хоромы, куча игрушек, а гирлянды еще висят. Немножечко, да? Хотя, конечно, Новый год уже давно позади. Первая серия выходила еще в конце декабря, то есть еще до нового 2022 года. Ну, а сегодня мы будем как бы провожать новогодние праздники и полноценно приходить четвертую часть уже в 2022 году. Итак, четвертая серия. Что меня ждет здесь? Ну, помимо Нового года, точнее, новогодней как бы атмосферы, частично напоминающие о празднике, который прошел, но все же еще приятный, морозный и по-своему ламповый. Значит, смотрите. Мы прошли все основные ночи. Но у нас осталась кошмарная ночь. И еще, самое главное, какая-то таинственная дверь. Что же за ней, мы это непременно сегодня выясним. Поэтому берите вкусняшки, запасайтесь хорошим настроением, ставьте лайки под видосик непременно, мне нужна ваша поддержка, и погнали приходить. Кошмарную ночь. Так, а где мой фен? Надеюсь, что он у меня в руках. Да. Меня очень часто просили именно пройти все-таки эту игру. Я на самом деле готов был оставить все как есть и пройти именно в формате трех серий все. И кошмарную ночь не приходить, но вы меня переубедили в комментариях. Я непременно пройду для вас эту финальную, хардкорную, кошмарную ночь. Кошмарная ночь. Я не успел начать играть, меня уже преследует снега. Ух ты! Освещение поменялось. Посмотрите. Пурга. Красный свет почему-то в окнах. А дверь-то желательно закрывать желательно. Вы видали? Там был снеговик. Тихо, друзья. Тихо, говорю, друзья. Там за дверью был снеговик. Офигеть. Вы что, прикалываетесь? Так, подожди. Срочно фонарик. Так, тебя не звали? Охренеть, вот это хардкор. Олень. Чувак. Чувак, там снегопад. Так, запираем двери. Чувак, там снегопад. Там ураган и метель. Жесть. Я больше за олень переживал. Там пурга, метель, блин, снегопад. И бедный олень ходит. Все пытается морковку захавать, которая была в снеговике, в моем, во дворе. И меня тем временем убивают. Ого. Ого. Охренеть тут снеговичок. И какая огроменная сова. Красный свет из окон. Посмотрите, дверь на выход. Просто буквально обклеена этими... Ух, какие крылья. Обклеены этими бумажками. Типа, выход, выход, выход. Мне как бы намекают, хотят, чтобы я ушел. Но я так просто не сдамся. Я должен пройти кошмарную ночь. Пшшшш. Уа! Это было реально впервые. За кошмарной дверью был снеговик. Раньше такого не было. Не может быть. Так, ладно. Давайте смотреть в оба. Меня напрягает это красное освещение. Открываются окна. Вижу, вижу, вижу. Меня так просто не проведешь. Охренеть. Так, тихо. И тебя прогнали? Всех прогнали. Офигеть. Так, срочно батареечку. Так, так, смотрим во все стороны. Запираем двери. Там, смотрите, за дверью, блин, гребаный снеговик. Я уже просто... Я уже... Я уже в панике начинаю на все светить. Блин, это тяжело. Вообще, я понимаю, что легче было бы играть без фонарика. Но поверьте,
Будет темно и непонятно. Я ради вас стараюсь. Я ради вас себе делаю прохождение труднее. Чтобы почаще использовать фонарик, потому что на видео при монтаже, ну, после монтажа на YouTube будет очень темно, если буду играть без фонарика. Серьезно, вы просто ничего не увидите. Поэтому ради вас я делаю игру труднее, используя фонарик. Так, ну что, снеговичок здесь? Ага. Но я тебя все равно перехитрю. Давай лезь сюда. Один, и сразу за ним второй, смотри, следом. Притопал. О, здрасте, головастик. Давно не видели. Так, сверху прогнали. Головастик сейчас прилезет. Опа, минус головастик. Сова пришла. Вон, на ветке сова сидит. А у меня еще при этом паровозик заработал. О, плохо дело. О. Так, этого прогнали. Этого прогнали. Этого прогнали. Всех прогнали, здесь можно... В принципе, закрывать. Наверное. Боже. Фонарик, фонарик, фонарик работает, но... По-хорошему бы, конечно, перезарядить. Мой главное оружие. Орудие освещения. Ох, ты грёбаный. Боже. Вы чё, твари, творите? Я лучше дверь закрою. Это важнее, чем освещение. Так, тихо, мне бы фонарик взять. В темноте играть не люблю. Ладно, этого прогнали. Опять дверь открывает, да какой смысл? Какой смысл тогда запирать двери? Проблема. У меня кончился фен. А как тут заряжать фен? Серьезно, я что-то как-то ни разу мне не доводилось его заряжать. Мне вроде в комментах писали, что его можно заряжать как-то. Типа, так же, как... Ну, говорят, так же, как фонарик. Типа, просто посмотреть в ту полочку, где батарейки, и типа, я заряжу фен? Ну, давайте попробуем. Дурдом продолжается, друзья. Три ночи нашего кошмара. Фух, кошмарная ночь. Я стараюсь, друзья, я правда стараюсь. Но не все так просто. По крайней мере, дверь закрыта у меня. Этих пройдох прогоню. Надо будет батареечку перезарядить. Срочно. О, здрасте. Летающий снеговичок. Так, уже почти 4. Ух, как напряженно. Еще батареечку. Ага, вижу тебя. В окне головастик. И второго вижу. Ха-ха. Меня так просто не взять. И третьего вижу. О, тра-та-та-та-та. Пока перезарядка. Срочно перезарядка. Хорошо. И тебя, слышу наверху. Ах, дверь, ой, неприятно. Так, перезаряжаемся. О, оба лезут. Так, тебя, тебя. Все, всех вроде... И мелкого. Так, мелкого прогнали, дверь запираем. И сразу на окно, на окно, на окно, на окно. Фух, вроде отбился, вроде отбился. В этом окне, в правом, я заметил, что они довольно часто приходят. Не то чтобы все часто, а вот именно тот, кто ставит голову отдельное от тела, он часто приходит. В левом окне он приходит не так часто. А вот если он ставит голову вправо, то он приходит намного чаще. Ну, точнее, намного быстрее. Не успел. Да и к тому же у меня кончился фонарик. Видите, как хардово. Ну, было где-то, наверное, 4 или полпятого, да? То есть уже неплохо, уже результат есть. Мучаемся дальше. Так, продолжаем, друзья, выживать. Вот уже 4, и я полным зарядом. Стараюсь экономить, стараюсь... Не просто экономить, стараюсь как бы... Соблюдать тайминги и правильно подзаряжать свой фонарик. Вижу в дверях. Вижу мерзавца в дверях. И в шкафу тебя вижу. И тут тебя я везде вас вижу. О, здрасте. Ой, ой, не вовремя. Он начал в окно залазить, и я начал закрывать дверь. Ну почему так? Ну почему? Серьезно, это такая несправедливость. Ну то есть, понимаете, его не было. И как только я нажал закрывать дверь, он тут же начал вылазить. То есть, понимаете, одновременно. Я ничего здесь не мог поделать. Жалко, здесь нету кнопочки отмены. Ну типа, чтобы бросить открывание двери и побежать обратно в кровать. Возможно, я бы выжил. Но, увы, такой кнопки нет. И...
такие совпадения тоже могут быть. 5 часов. Продолжаем наши жуткие выживания. В мире полном злых снеговиков, которые так норовят меня убить. Но мне нужен заряд. Заряд батарейки, заряд фонарика. Мы должны выжить в этой кошмарной ночи. Ну, у меня, по крайней мере, полный заряд батареечки. О, по потолку. По потолку, ребята, аккуратно. Ездить мне не обязательно. Так, тихо, смотрим во все главные и болезненные точки. Откуда могут проникнуть ко мне снеговики. Ага, вижу. Твою медленно открывающуюся дверь. 5:40, друзья. Пофигу на дверь. Ничего, я буду отбиваться до последнего. Мне должно хватить. Сейчас фонарик сдохнет. Ай, фонарик подыхает. Но уже светает. БГГ. Как я рад тебя видеть, Санта. Как я рад тебя видеть. Это было потно. Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу. Итак, что же будет дальше? Кошмарная ночь пройдена. Ой, не просто все это было. Аквариум. Мои картинки на месте. А помните, здесь была на кошмарной ночи голова снеговика? Все как будто в прошлом. Но что если... Пройдя кошмарную ночь, мы откроем дверь мистическую. Что же здесь? Она открылась. Давайте же посмотрим, что там. Что-то непременно важное для сюжета. Что-то эпичное, что-то мозгодробительное. Таинственное. Побежали. Так. Снеговики? Эй, братюня, с вами все в порядке? Эй. Что? Что это за Гарлем Шейк? Безумный танец снеговиков? Эй, вау! Они флексят! Эти чертовы снежные снеговики, блин, флексят! На полном серьезе! Вы просто посмотрите на эту диковинную дичь! Ой, угар. Оу, и четвертый выбежал маленький снеговичок. И можно похлопать, они сегодня очень постарались. Меня убивали очень много раз, при этом решили исполнить вот такой вот зажигательный танец нам напоследок, да? Ну все получается, что игра полностью пройдена. Я прошел все ночи, прошел кошмарную ночь, и посмотрел, что у нас за этой таинственной дверью. Мы только что это все видели. В общем, друзья, на этом я полностью завершаю прохождение. Я все прошел. Очень рад, что вам понравилось. Непременно поддержите мое прохождение, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. Также нажимайте на колокольчик, обязательно на все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Желаю всем добра и позитивчика, друзья. Всем пока-пока.